Книга «Открытым оком», том 28, вопрос 3970. Солженицын говорит, что близ царя Николая II были сплошные бездарности. Так ли это? Неужели никто, кроме Распутина, не предупреждал царя, что за последствия могут быть от войны с Германией, чтобы он ее не начинал? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Были, конечно, но они все умные мысли не подтвердили Писанием. И вину видели в ком-то, а не в себе, что назначение человека на земле в том, чтобы познать Бога и жить во Христе, об этом ни слова, ни у кого. От редакции. Сегодня в рубрике «Консервативная классика» мы публикуем записку члена Государственного совета Петра Николаевича Дурного государю императору Николаю II. Записка подана в феврале 1914 года, то есть еще до начала Первой мировой войны. Этот документ представляет собой самое яркое доказательство того факта, что монархисты, черносотенцы прекрасно понимали суть происходивших событий, видели их причины и угадывали последствия. Правые были правы, но они, к сожалению, были в меньшинстве среди политической элиты кануна революции, которая в целом жаждала перемен. Многие прозрели, когда вынуждены были бежать из объятой пламенем страны. Там, на чужбине, поняли они то, что монархист Дурного понимал еще в 1914 году. Кавычки открываются. Во всяком случае, если даже признать необходимость искоренения немецкого засилья в области нашей экономической жизни, хотя бы ценою совершенного изгнания немецкого капитала из русской промышленности, то соответствующие мероприятия, казалось бы, могут быть осуществлены и помимо войны с Германией. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более чем сомнительные выводы, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан недаром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и без сомнения отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Вконец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей возможности экономически отправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То немногое, что может быть удастся с нее урвать, придется делить с союзниками. И на нашу долю придутся ничтожные по сравнению с военными издержками крохи. А между тем военные займы придется платить не без нажима со стороны союзников. Ведь после крушения германского могущества мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая вследствие победы политическая наша мощь побудит их ослабить нас хотя бы экономически. И вот неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую же финансово-экономическую кабалу к нашим кредиторам,
по сравнению с которой наша теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом. Как бы печально, однако, не складывались экономические перспективы, открывающиеся нам как результат союза с Англией, следовательно, и войны с Германией, они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого по существу своему противоестественного союза. Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представительницами консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией, и несравненно меньшей степени Франции. Как это ни странно, Англия до мозга костей, монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к ослаблению монархического начала. С этой точки зрения борьба между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящая к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся общей европейской войны, таковая опять-таки независимо от ее исхода представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая силой вещей перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми за много лет мирного сожительства незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер, в этом не может быть никаких сомнений. И это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательного, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна. И всякое революционное движение неизбежно выродится социалистическое. За нашей оппозицией нет никого. У нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав. Ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибыли фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги у населения, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в преснопамятный период смуты 1905-1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи. Будем надеяться, частичные. Неизбежными окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества
все будет поставлено в вину правительству. Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти недопустима и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении этим дело и кончится. Не пошел в свое время и народ за составителями выборгского воззвания, точно так же не пойдет он за ними и теперь. Но может случиться и худшее. Правительственная власть пойдет на уступки, потребует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов. Хотя и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна. И в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон. Мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Госдуму даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению, и законодательные учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо нескольких агитаторов-демагогов. Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе. Рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем фабриканту-законодателю, хотя бы тот и исповедовал все принципы кадетской партии. Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений, интеллигентно имущества меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности пред классовым предстоятельством и повиновения ею же искусственно созданному парламенту, вспомним знаменитое изречение Набокова: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной». Наша оппозиция в сущности требует от правительства психологию дикаря, собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося. Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения в конце концов не представит неопределимых затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли. Будут рабочие беспорядки при переходе от, вероятно, повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам. И надо надеяться, только этим и ограничиться, пока не докатится до нас волна германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть. Социальная революция в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежна. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения. Сначала «черный передел»,
а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализована, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционные интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, им же поднятые, и Россия будет вернута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению. Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской натуры, но и Германии в случае поражения предстоит пережить не меньшие социальные потрясения. Слишком уж тяжело отразится на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызывали на поверхность сугубо скрытые сейчас разрушительные стремления. Своеобразный общественный строй современной Германии построен на фактически преобладающем влиянии аграриев, прусского юнкерства и крестьян-собственников. Эти элементы являются оплотом глубоко консервативного строя Германии под главенствующим руководительством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных классов требуют покровительственной по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, ввозных пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельскохозяйственные произведения. Но Германия при ограниченности своей территории и возросшем населении давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится в сущности к обложению в пользу меньшей по численности половины населения большей половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства. С разгромом Германии она лишится мировых рынок и морской торговли, ибо цель войны со стороны действительного его зачинщика Англии – это уничтожение германской конкуренции. С достижением этого лишенные не только повышенного, но и всякого заработка, и страдавшиеся во время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противоаграрной, а затем и антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь, эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной революции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности в случае социалистических выступлений на аграрной почве соседней России, многочисленный в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от всего оживятся таящиеся сейчас сепаратические стремления в Южной Германии. Появится во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии, господству Пруссии. Словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать по своей напряженности обстановке в России. Дурнова Петр Николаевич, 23 ноября 1842 по 11 сентября 1975 года, 73 года жизни, так понимаю, статс-секретарь,
действительный тайный советник, правый государственный деятель, министр внутренних дел, лидер правой группы Государственного совета. В одной из телеграмм губернаторам Дурнова требовал: «Примите самые энергичные меры борьбы с революцией, не останавливайтесь ни перед чем. Помните, всю ответственность я беру на себя». Жесткими мерами ему удалось ликвидировать почтовую забастовку, восстановить порядок на железных дорогах. Были произведены энергичные действия в Москве. В 1905 году были арестованы, наверное, в декабре, что ли, участники советов рабочих депутатов Петербурга и других народов. Запрещено большое число революционных газет. Одобрительно отнесся Дурнова к сознанию и активно поддерживал деятельность Союза Русского Народа. Сам был членом Русского Собрания, надеясь, что право монархические организации примут энергичное участие в борьбе с революцией. В оказании помощи органам правопорядка для восстановления спокойствия в государстве. Дурнова был приговорен террористами к смерти, за ним велась настоящая охота. Однако террористка Т. Леонтьева 16 августа 1906 года убила в Интерлакене француза-путешественника Мюллера, приняв его за Дурнова. Попытки организовать теракт в России не удалось. В феврале 1906 года он был утвержден государем в должности министра внутренних дел. Теперь уже вопреки возражениям Витти, который понял, что Дурнова не станет играть в его игры. Более того, постоянный противник жестких мер против революционеров, который применял Дурнова, министр юстиции С.С. Манухин, креатура Витте, был заменен на М.Г. Акимова, с которым Дурнова мог найти общий язык. Перед самым открытием Государственной Думы 22 апреля 1906 года Дурнова вместе с остальными членами министерства Витте вышел в отставку. Видный деятель монархического движения Прот Т. И. Буткевич так характеризовал Дурнова. Кавычки открываются. Человек умный, несколько высокомерный, по внешнему виду невзрачный, среднего роста, сутуловатый, лет около 70. Говорит хорошо, иногда остроумно, но не по-ораторски. Даже В.И. Гурко, редко кого позитивно оценивавший, писал о Дурнова. Кавычки открыты. По природному уму, по ясному пониманию всего сложного комплекса обстоятельств времени, по врожденным административным способностям и, наконец, по твердому и решительному характеру, П.Н. Дурнова был, несомненно, головой выше лиц, занимавших ответственные должности в Центральном управлении министерства. Скажу больше, среди всех государственных деятелей той эпохи он выделялся с разносторонними знаниями и независимостью служений, и мужеством высказывать свое мнение, независимо от того, встречало ли оно сочувствие среди присутствующих или нет. Кавычки закрыты. Видя нагнетание военной истерии, понимая, что определенные силы толкают Россию на путь войны с Германией, надеясь в конце концов уничтожить самодержавие, Дурнова в феврале 1914 года составил записку на имя государя, в которой предостерегал против войны с Германией и предсказывал победу революции, причем именно социалистической. Эта записка уникальна тем, что пророчества Дурнова практически полностью сбылись. Словно приводя события февраля 1917 года,
Дурного предостерегал правительство от уступа к либеральным кругам. Он знал цену так называемому в кавычках обществу. Далее Игнат Тихонович приводит места Священного Писания. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава, 12 стих. И вот у нас во главе Бог и священники Его. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 20 стих. Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. Книга Второзакония, 28 глава, 29 стих. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Книга пророка Иезекииля, 17 глава, 9 стих. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корни ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. Доверием Христа я не был обделен, из темноты небытия Он вызвал. Глазам открыл, расширил окоем, быть человеком наделил харизмой. Уполномочен веру вдаль распространить, цель жизни обозначил, жить с Иисусом. Дал информацию с божественных страниц, уверенность и неизмерность. И неизменность курса. Доверие мое к Иисусу безгранично, и Он ко мне всегда благоволит. Все окружающее изъяснил Он в притчах, дабы с неведением я в глупости не влип. Доверие стараюсь жизнью оправдать, вникая в смысл божественных речений, привлечь на путь Христову благодать. Он – свет незаходимый, не вечерний, весь мир доверил, рыбу и зверей, всех птиц и скот, растения, деревья, над всем творением посадил царем. Таким и был наш праотец издревле. Как страшно все в природе изменилось, когда Адам в доверии ослаб, засомневался в Боге, будто солнце скрылось, на прорву променял сокровище всех благ. Морские волны, как невелики, но бурный ветер их развеять в силах. Теперь же отовсюду скажут кулаки, тварь на Адама смертного запила. Доверил верным всемогущий Бог помочь ему сотрудниками стать, нести благую весть, закрыл щитом, крестом Голгофским, милостью Христа. Не оправдать доверия, уйти в затвор, помилуй Бог такое окаянство, да не впадем, иначе выметит как сор, за что и революция, и дуракам тут ясно. 24 июля 2008 год. Игнатий Лапкин.